друзья! Сегодня у нас будет обзор на очередной гаджет для умного дома. В этот раз нам попалась переноска, а не простая, да умная. Компания называется Honyar. Еще она находится в интернете как Broadlink Honyar. Поставляется она вот такой вот коробке. Почему умная? Мы это рассмотрим в продолжении. Есть у нее несколько очень интересных фишек. Сзади есть разная информация на китайском и разные QR-коды для сканирования. Я их не буду проверять, наверное, это сайты производителя. Итак, давайте откроем коробку и посмотрим, что идет внутри. Хочу заметить, впереди идет вот такая вот наклейка, как-то очень напоминающая Intel. Но на самом деле это Broadlink. Итак, открываем. Вот такая комплектация идет внутри. Сама переноска. Вот так она выглядит. Довольно интересно. В ней есть три универсальных порта для подключения разных устройств, а также два USB порта с разным напряжением. То есть она подбирает сама, какое напряжение для устройства подходит лучше всего. Дополнительно есть индикатор и вверху кнопка включения-выключения и разные индикаторы кроме этого. Инструкция на китайском с картинками. Как видно, поддерживает и Android, и iOS. Дальше идет еще одна инструкция. Увы, тоже на китайском, но с картинками. И какой-то талончик. Все, на этом комплектация заканчивается. Итак, что касается самой переноски, из-за того, что идет она с подключением другой стороны, производитель или продавец магазина положил вот такой универсальный переходничок на нашей розетке. То есть проблем с этим быть не должно. В конечном счете получается вот такая вот бандура. Итак, давайте первым делом подключим ее к питанию, чтобы было электричество, и начнем разбираться дальше, как это все работает. Итак, как видно, появились разные световые индикаторы, некоторые мигают, скорее всего, она хочет подключиться по Wi-Fi. Поэтому давайте найдем приложение, которым ей можно управлять. Итак, друзья, я скачал приложение, называется оно не знаю как, выглядит вот так его иконка. Чтобы скачать его, просто сканировал QR-код. Так, пока у нас идет все на китайском, походу надо включить Wi-Fi. Включаем Wi-Fi. Что ж, на русский язык я пока не смог перевести эту программу, хотя производитель обещает это. Итак, после того, как подключились к Wi-Fi, переноска также подключилась к Wi-Fi нашему домашнему, то есть мы можем управлять телефоном, не находясь дома. Здесь видно опции таймера, опции включения-выключения и главная кнопка включения-выключения всей переноски. Допустим, нажимаем, переноска выключилась. Нажимаем еще раз, включилась. Также можно отдельно выключать некоторые элементы, допустим, USB-порта. Как видно, здесь индикатор изменяется. Так и обычные розетки. Их индикаторы находятся здесь. Также можно установить таймер. Здесь, допустим, время работы с какого-то времени до какого-то. Здесь ставим любой таймер на включение-выключение. Пока все на китайском, опять же, непонятно. Но разобраться даже с китайским, думаю, займет пару минут. Потому что все довольно просто и понятно. Во всяком случае, я жду, что производитель введет русскую или английскую версию. И еще большая вероятность, что русско-английская версия есть, просто не нашел функции в настройках, где это меняется. Итак, давайте проверим, как это работает. Подключим, допустим, один телефон. Давайте ставим К1. Ну и дополнительно проверим работоспособность USB-портов. Итак, берем телефон, выключаем USB. Готово. Выключаем порт телефона. Готово. Также можно включить. Как видно, все отлично работает. Более того, в самой переноске есть сенсор освещенности. Как это делается? Выбираем один из портов, который нам нужен. Допустим, выбираем К1, зажимаем, и здесь вылезает такая опция. Какая из них, я точно не знаю, но это одна из них. Выбираем, если освещенность в комнате падает до какого-то уровня, эта розетка начинает автоматически работать. Очень удобно, если к этому порту подключено какое-то освещение, лампа или что-нибудь другое. То есть в комнате начинает темнеть, лампа включается. Ну и еще несколько полезных функций, которые я хочу сказать. Это, во-первых, функция выключения зарядки телефона. Если мы подключаем телефон к USB-порту для зарядки, после того, как батарея заряжается до 100%, переноска должна это определить и перестать заряжать телефон. Таким образом, жизнь батареи телефона должна продлиться. Во-вторых, очень важная функция в этой переноске идет двойная защита от молнии и перепада напряжений. Ну и, конечно же, чуть не забыл, длина провода переноски 1,5 метра. Пожалуй, это самая навороченная переноска из всех, которые были у меня в руках. Ссылка на нее, кому интересно, будет в описании, в том магазине, где покупал ее я. Также, если у вас возникли вопросы, задавайте их в комментариях или в нашей группе ВКонтакте. Ссылка на нее тоже есть в описании. Ну а я советую подписаться на этот канал, впереди будет очень много интересных обзоров. Ну и как всегда, спасибо всем за просмотр, до новых встреч!